Как-то в госпитале было. День лежу, лежу другой, и кто-то смотрит мне в затылок. Погляжу, а то герой. А сам собой сказать: мальчишка, недолеток, стригунок. И мутит меня мыслишка: вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами. И спроси я с первых слов: вы откуда родом сами? Не из наших ли краев? Смотрит он: а вы откуда? Отвечаю: так и так. Сам как раз в Смоленске буду. Ну, может, думаю, земляк. Аж привстал герой: уж что вы, что вы! Вскинул головой: я как раз из-под Тамбова. И потрогал орден свой. И умолкнул. Похоже, подчеркнуть хотела мне, что таких, как он, ну, не может быть в смоленской стороне, что уж так они вовеки различаются места, что у них и ручьи, и реки, сама земляне-то, и полянки, и пригорки, и козявки, и жучки. И куда ты, Васька Теркин, лезешь с дуру в земляки? Так ли нет, сказать не знаю. Да только мне от мысли той сторона моя родная показалась сиротой. Сиротинка, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, да рассказать вам не могу. Нет, это да, что я не гордый по характеру, но все ж вот теперь, когда я орден насыплю, скажу я: врешь. Нет, мы в землячество не лезем, есть свои у нас края. Ты тамбовский? Фу, будь любезен. А смоленский, вот он, я. Да мне не надо, братцы, ордена, мне слава-то не нужна. А нужна больна мне родина, родная страна.